Привет! Вы на канале Андрюша и Ариша. Сегодня что мы будем делать? Ты не знаешь? А кто это у тебя там в коробочке? Не знаю. Это кто? Это жираф? Да, жираф. Жираф. Мы сегодня будем делать жирафа. Да, этот жираф фирмы Паулинда «Умный пластилин Супердон». Вот такой смешной жирафик у нас должен получиться. Да, должен получиться. А еще? Да, вот тут будут готовые глазки, готовая колбочка. Мы будем пробовать? Да. Будем открывать? Да. Давай-ка срежем скотч. Вот. Скотч. Вот. Так. Вот. И здесь. Вот тут открываем. Что? Открываем? Открываем. Помочь? Помочь. Помочь. Так, ну что там у нас? Посмотрим инструкцию, что надо делать. Вот наш жираф. Так. Ой, как много деталей. Аришка, Аришка. Все детальки надо будет подготовить. Какой? И тут вот написано, еще кого можно было выбирать. Попугайчик, обезьянка. Вот наш жирафик. Был слоник, павлин. И единорог. Открываю. Сейчас будем открывать, да. Будем открывать. Открываю. Ну да, открываем пластилинчик. Открываю. О, может, я пока это открою, ладно? Пока ты пластилинчик открываешь. Тут пластилин разных цветов. Коричневый. Этот бежевый был. Вот есть белый пластилинчик. Супердо. А еще у нас есть, смотри, глазки. Глазки прям как гвоздики какие-то. Вкручивать надо. Сейчас, малышка, я помогу тебе. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Вот такие глазки-гвоздики. Кто там? Это такая подставочка, Ариночка. Вот на этой подставочке будет сидеть жирафик. Вот так он будет сидеть в колбочке. А это оказались ножки, Ариша. Да-да, привет-привет. А, вот он, пластилин. Вот он. Странно, почему-то этот пластилинчик не закрытый. Да, и он такой как будто подсохший. Он должен был быть в пленочке. Как будто бы уже кто-то даже им поиграл. Очень интересно. Круто. Угу. Ну вот, мы покупали в другом месте. И пластилин, он тягучий, но не настолько. Видно, что он не свежий. Вот этот, наверное, будет посвежее, потому что в упаковке вакуумный. Тут будет коричневый цвет. Коричневый цвет нам нужен будет для пятнышек. Прикольно тянется. Вот этот вот даже упакован. Ничего, соединяй вместе. Вот, смотри, Арина. Да, вот этот пластилин намного мягче. О, как тянется, да? Да. Тебе тоже, пожалуйста. Прыгает. Прыгает, да, прыгучий пластилинчик. Прыгучий. Прыгучий. А этот прыгает, Ариш, смотри. Да. Давай посмотрим. Смотрите.
а прыгает. Это будет мордочка, носик. Маленький. Вот такой. Маленький. Да, маленький кусочек. Ну, носик у нас тоже небольшой. А это огромный, да. Тут мы будем делать и животик, и ножки. Да, и он, конечно, тоже помягче. Ну, будем аккуратненько делать, чтобы у нас получился жираф. Ну вот, мы сделали все детальки, теперь будем соединять. Так, и первый у нас пункт, это то, что нам нужно приделать грудку жирафику. Вот наша грудка, животик. Приделаем ему грудку. Смотри, Аришка. Катаю. Да, ты катаешь, смотри. Вот у нас стал белый животик у жирафика. Видишь, какой белый животик. Часть, это нам надо на ножки приделать ножки. Ему ножки. Коричневенькие ножки. У нас будет с коричневыми ногами. Аришка, смотри. Вот так. Топ. И вот еще ножки. Топ. Аришка, и последняя ножка. Ой, покатилась, покатилась ножка. Давай, смотри. Теперь мы будем соединять наши ручки, ножки с туловищем. Вот смотри, вот у нас жирафик. Он сидит. Это для хвостика. Вот сидит жирафик. Вот смотри, как он сидит. Вот какой классный хвостик. А теперь ручки приделаем жирафику. Приделаем ручки? Мама. Вот ручки. Мама. Мама, да, мама приделает ручки. Вот нашему жирафику. Помою. Почему-то ручки надо помою. Сделать спереди. Помою. Не надо ломать. Помою. Смотри. Что нам не хватает? Вот уже жирафик есть. Что нам не хватает? Может, головку сделаем? Да. Да? Вот наша голова. И надо сделать, так, прорезать. Вот так вот. Прорежем. Чтобы он у нас разговаривал. Ёлки, сделаем. Смотри, ёлки. Смотри, носик делаю. Аришка, смотри, дырочка. Оп. Один, два. Я. Ты тоже хочешь носик сделать, да? Да. Ну, давай. Вот. Вот тут вот так. Один. Вместе. Вместе. Вот сюда дырочку. И сюда дырочку. Оп. Дюга, вот такой у нас получился. И еще, малышка, знаешь, что нам надо сделать? Щечки. Вот теперь щечки будем прокалывать. Чик. И вторую. Чик. И теперь приделаем одну щечку. И вторую. Вот, у жирафа щеки. Теперь нам нужно приделать глазки. Глазки у нас белые. Ариш, смотри, вот белый кружочек, глазик будет. Давай, давай ты приделай, вот тут глазик будет. Над носиком прямо один. Отлично! Так, глазкам нужно вот вкрутить такие гвоздики, вкрутим, и тогда у нас будет... глазик видеть. Я. Да. Вместе. Вместе. Вместе, да, вместе. Вместе. Ариша тоже закручивает глазик. Надо крутить. Крутим, 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 крутим. Получается? Так, пришло время ушек. Будем делать, соединять два цвета. Желтый и бежевый. Нет, еще не готово, малышка. Вот наше ушко. И второе ушко. Соединяем два цвета. Давай приделаем ушки, чтобы он нас слышал. А то он нас пока не слышит. Да, вот ушко. Да. Теперь рожки надо. А у рожек у нас тоже были коричневые сверху кружочки. Вот
второй. И второй. Второй. Один. А пол. Очень прыгучий пластилин. Так, нашему жирафику нужно сделать хвостик. Вот такие тут полосочки будут. И хвостик у него, как на картиночке, стоит вверх. Давайте тоже ему приделаем хвостик. Да, коричневый. Так, не хочет стоять вверх. Ладно, пусть лизу. Так, у нас осталось приделать жирафу пятнышки. Пятнышки. Да, пятнышки, чтобы он у нас был разноцветный. Отрываем просто кусочки коричневого пластилина и будем лепить ему везде, где достанем. На ножки тоже прилепим. Алло, это твой телефон? Да. Вот такой вот жирафик у нас получается. Мы ему налепим на спинку тоже, потому что капсула прозрачная, и со спинки тоже можно на него смотреть. Телефон. Подожди, малышка, еще надо пятнышки приделать. Пятнышки. Вот на спинке приделаем пятнышки. Вот хвостик. И на голове. Вот. Сделала. Теперь нашего жирафика нужно поставить на подставочку. Ты? Ну давай. Аккуратненько. Так, вот он тут стоит. Он теперь будет жить в таком прозрачном домике. Давай-ка одеваем капсулу сверху. Одевай крышечку. Аккуратненько. Хвостик не прижми. Вот. Вот наш жираф готов. Готов? Да, вот он такой вот. Хвостик чуть-чуть прижался. Играть хочешь? Да. Наш жираф полетел в космос. Ну покажи, как полетел. Полетел в космос. И вернулся к Арише. Вернулся с космоса? Привет! Привет, жирафик! Привет! Привет! Полетел, да. Отлично! Ставь лайк и подписывайся на канал Андрюша и Ариша. Пока-пока! Пока-пока!